Ура! Я нарядила свою самую-самую-самую волшебную, маленькую красивую елочку большими сказочными, удивительными игрушками. Вы посмотрите на этого красавца с кораблем. Я все-таки его умудрилась приобрести. Это шедевральный красавчик. Его хочется рассматривать прямо вот со всех сторон. Настолько он изумительно выполнен. Каретная стяжка на кресле таком роскошном. Здесь машинки, книжечки, подарки. Даже лавочка. На лавочке коробка крутая. А корабль — это вообще отдельный космос. Это все моим друзьям, у кого лодки, яхты, красивые корабли. Это вот вам в честь. Такую красоту я купила. Это мечта. Мечта о дальнем плавании, о путешествии, о всем прекрасном и волшебном. А вот этот сказочный дед, он вообще с изюминкой. Его можно завести. Я сейчас попробую, если у меня получится. Аккуратненько. Тяжело одной рукой снимать. В общем, вы видите, это музыкальный, волшебный, красивый, сказочный Дед Мороз. И вот так вот он поет, и у него там ноты, и у него настоящая пианино. И огромнейшее спасибо всем продавцам, с которыми я познакомилась, и они мне помогли приобрести вот такую роскошную, волшебную красоту. Эта девочка, это я, и я любуюсь и смотрю на свою елочку самую сказочную, волшебную. А еще к этой серии, к этой коллекции я вот такие снежинки красивые здесь повесила. Сначала у меня висели вот такие вот шарики маленькие, да, но потом я умудрились мы купить вот такие по скидке уже после Нового года, вот сейчас, в девятых числах января, вот такие снежинки. И нам показалось, что они идеально подходят к нашей винтажной елочке. А яблоки, они так тоже классно здесь вообще получились оригинально, что на елочке яблоки, представляете? И они так классно. А вот этот красавчик, у меня столько эмоций хочется с вами поделиться этой сказочной красотой волшебной. Вы только посмотрите, как красиво вот этот Дед Мороз показывает малышу настоящий самолет. Вот и малыш заряжается вот этим счастьем. Вот это какое удивление, какая роспись, какой раскрас игрушки. Это непередаваемо красивая, волшебная роспись и удивительные игрушки. Это Камозия, Моравский. Не сильна я в названиях, но вроде я не ошиблась. Давайте я не буду. Будем опускать. Просто смотрим, любуемся этой красотой. Кто знает, тот знает эти все серии, названия, там фирмы. А я просто делюсь с вами сказочной, волшебной красотой. Эта девочка, она кормит птичек у кормушки. И она даже с маленькой елочкой стоит. И у нее глазки такие волшебные, удивительные. Просто сказочная малышка. Любуются, как птички у нее кушать будут зернышки вкусные. А вот эти красавчики, вы только посмотрите, я пытаюсь резкость настраивать одновременно. Они тащат мешок у деда, просто тащат. Говорят, куда, нам, хотим подарки. Здесь очень оригинально вот вписался тоже такой рефлектор. Шарик вот этот с внутренним наполнением, да, красивый, шикарный. А вот этот красавчик, посмотрите, какой папа. Папа с песиком, с пёселем катается на санках. Вот прям я даже ленту так оригинально вписала, так получилось, так совпало, что даже вот как будто бы у него процесс такой, да, вот так он съезжает по ледяной дорожке с горки на санках с песиком. Роспись удивительная, волшебная. Очень хотелось приобрести такого папу. Мамы у нас пока нету, ну, может быть, когда-нибудь появится еще. Вот эти ребятки у нас самые первые появились в нашей викторианской этой серии. Они уже слепили своего снеговичка. Переливается, блестит, сказочно, волшебно, великолепно играют. И тоже так любуются, прям, ну, милые,
моськи такие, мордашки, прям волшебные. Елочка у меня по-разному переливается. Есть пульт, это вот эта гирлянда, про которую я уже вам, наверное, рассказывала, немножко даже не помню. Вот такой вот от пультика она работает. В Леруа Мерлене мы ее купили. Она, по-моему, даже сейчас там еще продается. Может быть, даже по скидке. И у нее вот там много режимов работы. Я попробую сейчас вот ее. Так вот, оп, видите, красная стала. Вау, вообще зрелищная, золотая такая красная, красная елочка. Можно говорить бесконечно о каждой из этих игрушек, потому что, ну, действительно, фантастическая елочка. Пытаюсь опять переключить. Вот золотой сейчас ее сделаю. Смотрите, какие ребятки у фонаря волшебные. Какая девочка! Вы только посмотрите на ее красивую мосечку. Выражение такое няшное. И мальчик такой стоит. Вроде называется «Свидание» или же «Путешествие», наверное. Эта игрушка очень волшебная. Фонарь у нее такой. Он прям реально как светится в темноте по-настоящему. А эта малышка, она написала письмо, и ей удалось свои мечты деду в ладошку положить. И он обязательно исполнит все ее сказочные пожелания. Все у нее будет прекрасно. Вот Снежинка, смотрите, как она красивая, да? Такая вот винтажная, прям играет. А вот эта девочка с ламелией, она такая лапочная. И у нее даже есть друг. Он тоже с такой же интересной ламелией. Вот я туда его там поставила. Вон там этот малыш-красавчик такой. Вот у него тоже ламелия в ручках, в шариках. Как замечательно шарики здесь получились с этими игрушечками. Прям я в восторге, конечно. И еще одна девчулечка, она поливает вот эту сказочную маленькую елочку и мечтает, что когда-нибудь эта елочка вырастет большая-большая, красивая. Домик, посмотрите, как замечательно сюда вписался. Здесь еще одна елочка у меня маленькая, но это уже отдельная история, это уже наша российская. Историческая, старинная, можно так сказать, да? Винтажная. Это дань памяти нашему мастерству, наших мастеров. Красивая очень. Но об этом я потом расскажу, а сейчас я продолжу об этой елочке немножечко рассказывать. Смотрите, какой замечательный дед склонился над кроваткой. И подарочек сейчас. Девочка спит, мечтает получить какой-нибудь подарок. Кроватка как прям переливается, вся в блеске блестит. Мишка чудесный с подарками. И вот он ей тоже принес ее волшебный подарок. А здесь у меня девочка, посмотрите, она любуется на часы и ждет, когда пробьют куранты, и она загадает свое самое заветное, сокровенное желание во Вселенную. Да? И вот эта вот звезда, это символ Вселенной. И обязательно ее все самые заветные мечты и желания исполнятся. А вот здесь вообще сказочный-сказочный колядник мальчик. Он несет с собой волшебное, дивное, настоящее солнышко. А солнышко – это счастье, это мир, это тепло, это добро, это красота, это рассвет. Это всегда позитив, эмоциональное счастье. А вот этот дед, смотрите, он сидит с малышом и читает ему волшебные сказочные сказки. Вот такой красавчик. Он сидит и читает книжку. Очень красивая игрушка. Здесь дети качаются на качельках. И у них настоящие качельки волшебные, красивые. Вот. У меня Вита пришла, моя кошечка, здесь рядом. Ходит со мной, как всегда. Иди сюда, забияка. Иди ко мне сюда на стол. Иди покажись. Иди сюда, где ты? Иди сюда. Сейчас вот он. Вот сейчас я вам ее покажу. Ну как же без тебя? Мама, ты снимаешь видео без меня. Сейчас резкость надо настроить. Я без штатива. Так вот, как есть, так и снимаю. Ой, мамзеля пришла с вами поздороваться. Вот. Как видите, совершенно равнодушный ребенок к елке. Правда, ребенку уже 14 лет. Поэтому... Так, давай-ка, дорогая моя... Не будешь ты здесь проявлять свой интерес. Вита! Виточка! Мама только тебя похвалила. Вот просто сиди и слушай вместе. Смотрите, какую лошадку замечательную мы приобрели специально к этой коллекции, к этой серии. И щелкунчик так удачно сюда вписался. Боже мой, что происходит? Кошка. А, кошка?
Многие из вас очень не любят вот этих вот эти породы. Ну, у нас такая порода. Зато нет шерсти, нет запаха, потому что это Петерболт. Сфинкс Петерболт. Но это не важно. Вот еще одна красавица стоит. Год кролика и кошки. Этот вот замечательный 23-й наступил. Пусть он будет очень хорошим и очень замечательным. Мне тут хвост подсовывают свой. Ужас, да? А, вот. Так, что ж еще вам такое рассказать? Смотрите, вот такие вот ребятки у меня под елочкой играют в снежки, бросают, вот, видимо, в этих, которые лепят снеговичка своего. А этот мальчик с волшебным фонариком, вот такой вот он чудесный, замечательный, освещает красиво путь, дорогу в красоту. И еще один мальчик решил своего личного снеговика слепить. Есть в этой серии еще девочка со снежочками, со снежками. Очень хочется мне тоже потом когда-нибудь, надо ее будет где-то купить. Вот. А всю елочку я обыграла вот такими замечательными волшебными деревянными флажками, которые я купила в Элберис. И по три флажка, я в предыдущем видео как-то показывала, как мне интересно понравилась эта идея, решение, как можно аккуратно, красиво вписать деревянные именно флажки, потому что они не гнущиеся. И если их туда углубить, то они, получается, очень красиво завершают композиционную картинку на елочке. Ну, если вам это надо. Если не надо, можно и без них, конечно, обходиться. Но вот они вот так идеально вписались. Я могу об этой елочке говорить просто огромное, бесконечное количество времени. Вот еще посмотрите, девочка с веночком, с каким красивым, настоящим. Мордашка у нее прям волшебная. Она улыбается вам, машет ручкой, привет передает. И, конечно же, эта елочка прям удивительно волшебно получилась у меня. А дед на санях с оленями. Это все, конечно же, стекло настоящее. Вы посмотрите, насколько он волшебный, да, и как он прям летит воздушно. Я так писала его чудесно, почти к верхушке самой. А ангел занимает основную главенствующую позицию на этой елочке, выполняет роль макушки и вообще ангелом-хранителем домашнего очага, счастья и благополучия. И пусть это всегда все будет так красиво, сова или филин это несет мудрость в дом, терпение, понимание, тактичность, и чтобы всегда все было прекрасно, и ваш домик был всегда уютным, теплым и гостеприимным. Поэтому такой небольшой маленький экспромт. Как получилось, так получилось. Потом при дневном освещении я обязательно еще раз покажу всю эту красоту более детально и внимательно. Ну, пока вот так вот получилась эта история. И вот там вот еще одна красивая игрушка в поезде. Ребятки едут с очень волшебной, красивой елочкой. Путешествуют. Вот такой вот тут замечательно вписался очень классно щелкунчик у нас. И все очень гармонирует по цвету, надо сказать. Очень мне нравится, как получилась моя эта новая елочка. Надеюсь, она тоже вам понравилась. Я очень старалась ее нарядить. Поэтому шикарная елочка. У нее, конечно же, и вот эти гирлянды фантастические, замечательные. Они так перемигиваются по-разному. Мне прям нравится, как это происходит. Вот у нее там разные-разные освещения, режимы есть. Можно белые сделать, можно ее синий сделать. Сейчас попробую. Так. Где там эта синяя? Вот такая, посмотрите, какая. Она может мерцать. У нее тут есть всякие, возможно, другие режимы. Или, например, хочется зелени, да, немножко ощутить. Так, опа. И она зеленая становится. Елочка бесподобная. Ну, мы иногда ее оставляем такой ярко-красный или ярко-желтый, чтобы она была такая более воздушная. Спасибо вам большое за то, что посмотрели мою красивую елочку, маленькую, винтажную, прованс-стиль вот такого определенного. Очень она мне нравится. У меня тут корабль еще с попугаем. Такая красавица получилась.
любуюсь, балдею, медитирую на нее. Надеюсь, что все желания исполнятся и у вас у всех. И многие тоже будут покупать красивые игрушки для себя находить. Все будет хорошо. Это самое важное. Как это? Как говорят, да? Раньше, как говорили. Мир, дружба, жвачка — это самое важное. До новых встреч!